Международный аэропорт Барселоны Эль-Прат постепенно возвращается к обычной жизни после протестов, вызванных приговором Верховного суда по делу о провозглашении независимости Каталонии. За прошедшие сутки здесь были отменены десятки рейсов. Сотни пассажиров были фактически заблокированы в терминалах и стали невольными свидетелями столкновений демонстрантов с сотрудниками силовых структур. Мы приехали в Барселону как туристы, и неожиданно началось все это. Мы опоздали на самолет, и теперь надеемся получить билеты на новый рейс. Мы ждали с полудня до 9:30 вечера, и в конце концов нам пришлось идти сюда пешком. Призывы выходить на улицы и присоединяться к акциям гражданского неповиновения, в частности, блокировать аэропорт, распространялись в социальных сетях от имени движения под названием «Демократическое цунами». В МВД Испании объявили, что уже начали расследование с целью найти тех, кто стоит за этой организацией. Объединение сторонников отделения от Испании обещают продолжать протесты и дальше. Звучат угрозы всеобщей забастовки, распространяются призывы возвращаться на улицы и перекрывать автотрассы и железные дороги. Ошеломленная кадрами вчерашнего противостояния демонстрантов и полиции в аэропорту Барселона, в полной мере переживает последствия приговора Верховного суда и ожидает новых призывов к мобилизации протестующих со стороны движения «Демократическое цунами». На улицах уже подготовлены заграждения на случай новых манифестаций. Para nuevas movilizaciones.